Когда вы кашляете, то это ваше тело пытается очистить легкие от инфекции. И эта бактерия щекочет вам горло, чтобы вы распространяли инфекцию. Это гипотеза о манипуляции, когда паразит нацеленно меняет поведение своего носителя. И делает это для повышения шансов передачи, для распространения. На все более запутанную административную систему, проникающую во все сферы нашей жизни. И оказывается, что каждое наше слово оценивают люди, которых мы не видим, по правилам, которых мы не знаем. С другой стороны, обращая наше внимание на абсурд, Кафка обнаруживает перед нами наши же недостатки.